целях социальной поддержки отдельных категорий пенсионеров предлагается повышение размеров доплат к пенсиям 8 категориям пенсионеров. Речь идет о категории по возрасту. Размер, текущий размер пенсии составляет 500 рублей, текущий размер доплаты 2000 рублей. Предлагается повышение на 500 рублей размера доплаты, и таким образом общий размер выплаты составит 3000 рублей. Пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, размер пенсии составляет 200 рублей. Текущий размер доплаты 2000 рублей. Предлагается повышение на 500 рублей, таким образом общий размер выплаты составит 2700 рублей. Пенсионерам, имеющие звание народный и заслуженный работник, размер пенсии составляет 1500 рублей, размер доплаты, текущий размер 1000 рублей, предлагается повышение на 1000 рублей, и таким образом общий размер выплаты составит 3500 рублей. Лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, размер пенсии 1000 рублей, размер, текущий размер 1400, предлагается повышение на 600 рублей, таким образом общий размер выплаты составит 3000 рублей. Социальные пенсии, то есть лица, которые получают пенсии без учета стажа, ввиду отсутствия стажа. Пенсионерам, получающим социальные пенсии по возрасту и по инвалидности, размеры пенсии сегодня составляют 150 рублей, а размер доплаты текущие составляют 1700 рублей, предлагается повышение на 250 рублей, таким образом общий размер выплаты составит 2100 рублей.